Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил вручить певцу-шаман, настоящее имя которого Ярослав Дронов, звание заслуженного артиста Российской Федерации. Парламентарий направил свое предложение в письменном виде президенту России Владимиру Путину. «В стране больше нет подобных шаман-исполнителей», – подчеркнул Миронов. «Очень важно, что Ярослав Дронов является автором современных патриотических песен. Он сам пишет музыку и слова, сам занимается аранжировкой и звукорежиссированием. Восхитился политик талантами новой звезды российской сцены». На этом все. Друзья, приглашаю вас в комментарии. Я точно знаю, вам есть что сказать по этому поводу. И до встречи в новых видео.